Ты кто? Что надо? Не подходи, а то спрыгну. И не пытайся меня переубедить. Тише. Отсюда долго лететь, даже мне. Это не важно. Мне уже все равно. Мой муж погиб от укуса скорпиона, мне больше незачем жить. Ты можешь отыскать этого скорпиона и убить его, например. Ты что, специально издеваешься надо мной? Смех даже горький лучше смерти. Эй, может, все-таки отойдешь от края, а? Поговорим. Я не знаю, что сказать. Расскажи о муже. Мы приходили сюда смотреть на цапель. Они свили гнездо на этом дереве. Цапли приносили птенцам рыбу. А мы мечтали о своих детях. Ты грустишь, потому что у вас их не было? Не умеешь ты утешать, Миджай. Так мне лучше точно не станет. Да я и не пытаюсь тебя утешить. Придет завтра, потом новый день. Нужно просто жить. Я верю тебе, но мне кажется, я не справлюсь. Я кое-что тебе покажу. Сейчас вернусь. Эй, только не прыгай. Где-то рядом были цапли. Около дерева. То, что мне нужно. Отдам перо девушке. Это тебе. Перо цапли? Зачем? Сиванские обычаи. Перья для нас важны. После смерти Анубис положит на весы перо Маат, а на другую чашу наши сердца. Твое, мое, наших близких. Вот значит как. Перо для моей загробной жизни. Твой муж встретит тебя в полях Иалу, когда придет время. Но лучше не торопиться туда. Он бы хотел, чтобы ты жила счастливо. Да, ты прав. Верно. Спасибо, это ценный подарок. Лучше покажи мне, как отсюда спуститься. Ладно, Миджай, твоя взяла. Идем. Прости. Думаешь, я легкомысленная? Поверь мне, нет. Я знаю, каково это. Поэтому ты знал, что сказать, да? У тебя тоже кто-то погиб? Многие потеряли любимых при Птолемее. Боль пройдет. Станет легче. Но ты не будешь прежней. Да, это я понимаю. Как тебя зовут? Я Туа. Я не здешняя. Родом из Крокодилополиса. Я Баек, из Сивы. Что ты делаешь в Сакнапае с Несосе? Ты сиванец? Сразу видно. Такой добрый, как и весь ваш народ. Я не хотела всю жизнь ткать и шить для своего отца. И вот, я встретила мужа и сбежала с ним. Здесь мы были счастливы, хоть и не богаты. Ты можешь вернуться к семье. Они ждут. Ты снова будешь счастлива. Я не смогу снова ткать ковры. А отец, наверное, он не захочет меня видеть. Немногие отцы откажутся принять потерянных детей. Леопард! Баек! Назад! Дуа Себек,
Мы чуть не погибли! Ты ранена? Нет, но я так испугалась. Когда смерть совсем близко, умирать не хочется. Видно, я все же хочу жить. Ха, так все-таки хочешь? Ха-ха-ха, отлично. Но надо уходить, пока сюда не сбежались гиены. Можно пойти с тобой на пристань? Ты решила, куда отправишься? Найду того скорпиона и убью его. Я знаю, куда отправлюсь. На юг. Может, даже вернусь в Крокодилополис. Всегда мечтала работать в театре. А здесь слишком много воспоминаний. Не забывай про семью. Отец по тебе скучает, что бы ты там ни думала. Пришли. Береги себя. Спасибо, Байек. Я сберегу перо, чтобы взвешивать свое сердце. Ты настоящий герой. Ступай, Туа. Похоже, меня опередили.
вижу врага! Я вижу врага! Занять позицию! Покойся с миром, крыса! Давай, поиграем. Пустим кровь. Oh,
С дороги! Но! Отвлеките противника! Я вас прикрою, Неп! Почему солдаты фараона не оставят нас в покое? Вижу! Верно служишь своим хозяевам, грекам? Успокойся с миром, крыша! Быстрее! Кушаем вот мы их не признаем. Стой, ты! Они просто не могут нам... Этот знак, как ты ими Джай силы. Проходи. Мы их не признаем. Они просто не могут нам позволить жить в спокойствии. Нельзя позволить лже-фараону править нами. Мы должны сопротивляться. Слышим? Я боюсь, если так пойдет и дальше, будьте скоро начали. Некому будет сопротивляться. Сколько бы воинов Птолемей не направил против нас, мы выстоим. Готов. Слышишь что-то? Я беспокоюсь о детях. И Стелла никогда не уходила так надолго. Она осторожна и позаботится о Хитану. Прощай. Как всегда. Конечно. Но сможет ли она заодно позаботиться и о себе? Как бы их ни схватили те, кто убил фараона. Здесь ничего нет. Прям как бабуин. Mm-hmm.
С дороги! Джай! Третий ключ. Это часть комплекта. Похоже, где-то спрятано что-то ценное. Абар отказывается отдать последний ключ. Она выполняет простейшую работу в убогой рыбацкой деревне к востоку от Гераклеона. Последний, да? Пожалуй, стоит наведаться в эту убогую деревню.
Должно быть, это та самая рыбацкая деревня, о которой писал Филак. У этой женщины лицо воина. Возможно, в письме говорилось о ней. Стой! Ты кто такой? Тот, кто чтит своих старейшин. Я встречала разных воинов. Ты похож на Миджая. Так и есть. И мне нужен ключ. Я не отдала его братьям. С чего ты взял, что отдам тебе? Увы, они мертвы. Им приказали убить меня. Суровое нынче время. Только достойному защитнику я отдам последнее, что у меня есть. Ключ. Избавь деревню от крокодилов. Их особенно много на востоке. My position, Gere. Mm-hmm.
В ближайшее время крокодилы вас не побеспокоят. Ясно. Знаешь, я всегда восхищалась меджаями. И хотела быть одной из вас. Нас осталось совсем мало. Филаки не заботятся о чести. Вот ключ от моего сундука. Пусть мое наследие послужит миру. Сундук ты найдешь на дне Нила, к югу отсюда. Четыре ключа, четыре замка. Посмотрим, что там за сокровища воинов. Τι πλέον μέλους η ωράν. Άνθρωποι νουν να πολλέσαι. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Νούνε σχεδάρπεδα τε πάμε. Όχι, της μέιζονος αφροσύνης. Η πόναξ έθραψε την άγγη αλεύρου. Και να χριονίζειν.
Επουλήσαμε δύο ασκούς αλεύρων, άρα μένουν συν τρεις δια των ναών. Οφείλουμε να αυξήσει την ημερησία παραγωγή αλεύρου. Τι σφάλμα! Прибью его! Умри! Что? Хочешь поторговаться? По рукам. Будь здоров, друг. Да, у меня, кстати, есть немного. Вы воины Теодора? Да. А ты кто? Это Сиванец. Послушайте, вскоре Теодор присоединится к нам. Угу. Солдаты устали. Но мы сможем дождаться подкрепления. Идем. Теодор! Точите мечи! Готовьте стрелы! Дерат вернется в лагерь еще до восхода!
Иди за мной. Но не забывай, он мой. Что у тебя случилось? Почему ты так одержим Дератом? Мой отец растил фиги в Фаюме. Лучшие. Дерат ввел налог. Египтян обязали подчиниться. В один год урожай был скудным, и отцу было нечем платить. Дерат хотел уличить его. Взял одну фигу и надкусил. Вдоволь наелся червей. Солдаты смеялись. Генерал свирепел. Я смотрел, как отца повесили в его же саду. Хищники долго глодали его кости. Дерат воплощает беззаконие. Из-за него я стал таким. Помоги нам, Баек. Тридема! Боги привели нас сюда! Сегодня мы будем вершить свой суд! За Египет! За твоего отца, Теодор! Смерть злодею Дерату! Надо действовать аккуратно. Скиньте рабы в Толемея! Тебе надо было бежать, но теперь уже поздно. Я позову людей. Тебе конец! Что ты? Эй, что? Эй!
что, вспомнил, а? Тебе нет дороги в поля Иалу. Слава Теодору! Дерак получил свое! Наконец! Душа моего отца спокойна! Надо идти! Нам предстоит долгий путь! Добро снова победило. Была ли месть сладка, Теодор? Или это ложь? Ха! Читаешь мои мысли. Я не был на могиле отца с того дня, когда его убили. Я хотел отомстить. И я отомстил. Спасибо, Баек. Как жаль, что Меджаи канули в лету. Я наслышан о тебе. Погоди хвалить. Нас ждет еще много битв. Да! Пусть умножатся наши победы! Что-нибудь приглянулось? О, Эрджесерета Менуан. Он петенев хотеп маатефем петем айохем сенете джесер хепере нехес месиет ва эшет. Был рад встрече. Ахер-геру? Катефрес! Нек, его нет. Нужно срочно выяснить, где он. Вещи в беспорядке. Но ни крови, ни следов борьбы. Может, он скрылся раньше? В свитках ничего важного. Пойду наверх. А, кто это сделал? Ты кого-то защищал? Чья-то кукла. Крокодил сильно пожалеет об этом. Много свитков. Но как понять, где Хатефрес? Стоп. Перья. Почтовый голубь? Хатефрес оставил послание. Он успел сбежать, но солдаты схватили слугу. Если слуга еще жив, он знает, где хозяин. Должно быть, солдаты держат его в лагере. Сэму! Ауисепет!
Нар суча! Но! Кемер Уэн, несу! Хиреп, вы инесет! Хиреп, сетие у! Но! Тебе конец. Стража держит ухо востро. Сказал все, что знаю. Кто ты? Друг, жди и не шуми. Я вытащу тебя. Боги, спасибо. Ты от Хатифриса? Нет, но он мне нужен. Чтобы отыскать крокодила. Поможешь? Хатифрис сел на корабль до Меридового озера. Торговое судно со статуей, отмечено нашим знаком. Крокодил отправил на его поиски наемников. Мне надо спешить. А ты спрячься. Прощай. בדדוק, אני חיית. Так, теперь они прислали за мной египтянина. Что ж, я уже давно не проливал столько крови. Меня прислал Аполлодор. Мы на одной стороне.
И кто ты? И зачем пришел? Я Байк из Сивы. Что ты знаешь о крокодиле? О призраке, что поставил Фаюм на колени? Зачем он тебе? Он один из тех, кто разрушает Египет. И я намерен истребить этих тварей. Байк из Сивы. Пойми, они очень сильны. Крокодил изменил не только землю, но и людей. Тех, кого не смог запугать, он заставил служить. И ты не знаешь, кто такой крокодил? Я украл кодекс у продажного греческого магистрата. Из него ты узнаешь, кто такой крокодил. А орден можно будет уничтожить, только если передать кодекс Аполлодору. Где найти кодекс? Сейчас он у моей жены Хинут. Пока птолемейцы ищут меня, она в безопасности. Я пытаюсь сбить их со следа. Вот. Отдай Хинут, и она поймет, что ты друг. Это для моей дочери. Заберешь кодекс? Иди на пристань на юге Евхимерии. Кстати, Байк, зайди на мой корабль. Там есть записи о делах, в которых может быть замешан крокодил. Может пригодятся, Миджай. I am my Hayuef to Anjet, Anjet Naha. I am my Hayuef to Anjet, Anjet Naha. Nefjehu ye, Nefel Haberu. Yeah. Do I jet me ha ha Nefel ha pelura Sa I Прости, Шадья слышала истории про демонов. У нее развита фантазия.